Ночи доброй, на связи МК Баски. И сегодня мы продолжаем с вами проходить интересную, прекрасную и замечательную игру под названием Necrovision. Дамы и дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас уже с вами 9 глава. Ну что, мои дорогие друзья, игра подходит к концу, мы постепенно близимся к этому долгожданному моменту. Ну что, вы готовы? Я готов. Погнали! 21 сентября. Ух ты, даже заставочка другая. Когда мы строили бункер, интересно, что тут мне будет приказали у нас пробить скальную породу. В помните, в первых частях у нас было такое там этот с автоматами изображен, с пулеметами, точнее. Ждали, на поверхности. Нашел. Второй вид появился у нас, когда мы спустились в это вот подземелье. А сейчас вот третий вид такой день, вот. Оранжевый день оборачивается или скукой, или ужасом. Футуристичный. Мы все еще ждем приказов с поверхности. Большинство машин в шахте вышли из строя. Говорят, это дело рук британцев. Месть дракона, главное, называется. Наверху знают, что наши запасы... Просто все эти письма у нас уже были, у нас уже конец игры, писем мало осталось, я не знаю, будут они, не будут еще. Ну, по идее, будут, наверное, в каждой главе были. Кроме пятой, но это особенная глава была. Мы каждый день вгрызаемся в скалы, расширяя пещеры и находим красный... Ёлопала. Перед нами конец всего, что существует в мире, человек. Тысячи лет назад, согласно ли ты исчислению твоего рода, демоны нанесли удар из темноты, убив всех моих сородичей. Теперь ужас полного истребления грозит и твоему народу. Преграды замков между подземным миром и владениями ада больше нет. Демоны стремятся к одному. Править всем, что существует. Завладеть всеми мирами. Да, вот так. Ого, вот это прогулочка. Сконцентрируйся, воин тень. Прежде чем мы сможем добраться до повелителя ада, нужно справиться с демонами-полководцами, что стоят во главе легионов Мефистофеля. Да не проблема. Просто покажи пальцем, где эти мерзавцы прячутся. Жесть, мои дорогие друзья, мы летаем на драконе. В принципе, этот дракон я уже тут, по сути дела, расхреначил, потому что на месте торчал. Так надо было делать. Постепенно, смотрим, восстанавливается, что ли. Тоже вот что-то было. Да, вот еще одна хреновина, их ломать надо, я так понимаю. Хотите меня удержать? Ни черта не выйдет. Мало. Ну слушай, мои дорогие друзья, это жесть, мы летаем на драконе. Управление, конечно, не очень привычное для этой игры, но тем не менее не вызывает Чего стоите? А, ну я не против. Так, ладно, полетели. Мышка вверх-вниз мы как бы направляем, как будто это. Одной стреляем вот так, вот огнем, по-моему, еще ракеты. А это что? Мы же мертвы. Очередная чертова дверь. Я брошу пламя ада на ней. Мы уже в аду. Я не понял. Ну, в принципе, мы уже дракончик слили. Ну да. Давайте начнем уровень заново, потому что мы слишком уж стояли на одном месте, все здоровье потеряли. Я так понимаю, дракона тут умирать. Дракон тут умирать давать не надо. Ну, в принципе, довольно интересно, мои дорогие друзья, на самом деле. Даже, знаете, это как-то бодрит. Вот такой вот экшен был у нас, когда мы ходили в танке вот этом вот. Ходячим, как они называют, вот этом экзоскелетике таком, да? Это было эпично. Но мне кажется, что я начал. А еще мы и на драконе летаем. Ну это весело, мои дорогие друзья. Даже под конец игры разработчики чем-то нас удивляют. Это приятно, видно, что разработчики действительно работали, прикладывали руку. То есть не просто там тебя взяли, а под конец можно не заморачиваться. Если кто-то дошел, ну им и так пофиг, все равно. Перед нами а реально работали, всего, молодцы. Что существует в мире, человек. Тысячи лет назад, согласно ли ты исчислению твоего рода, демоны нанесли удар из темноты, убив всех моих сородичей. Теперь ужас полного истребления грозит и твоему народу.
Преград и замков между подземным миром и владениями ада больше нет. Демоны стремятся к одному. Править всем, что существует. Хотите меня удержать? Ни черта не выйдет. Да, вот так. Ого! Вот это прогулочка! Концентрируйся, воин тень! Прежде чем мы сможем добраться до повелителя ада, нужно справиться с демонами-полководцами! А это что? Очередная вот чертова дверь? Я брошу пламя ада на них! Мы уже в аду. Что-то я не понял, что должен сделать? Сломать ту дверку снизу? Или что? Что страшно? О-о-о. Да, мои дорогие друзья, это очень эпично, очень жестко. Ну, управление, конечно, специфичное, непривычное. Вперед! А что это не так? А, опять его заблокировали. Давайте хоть посмотрим на того красавца, на котором мы летаем. Ну да, эпично. Молодец, чувак. Молодец, так держать. Хорошо летаешь. Да, мне нравится, мои друзья. Выглядит довольно... Так, ну очевидно, стрелка показывает туда, но мы как дохрена уперты в этом плане. Пойдем осмотрим все, что тут только есть. И руку другую... Ай, руку другую выберем, а то... Да, вот такая вот мне нравится больше. Так, есть тут вообще хоть что-то? Тут тоже какие-то дверки. Наверное, здесь ничего и нет. Ну да. Хотя музыка сыграла. Ну, значит, туда. Погнали обратно, мои дорогие друзья. Ну, в принципе, я так понимаю, уровень здесь довольно специфичный. Мы будем летать много на дракончике. Это хорошо, мне это даже по нраву, честно говоря. А вот я не знаю, бах это не бах, видите, вот здесь на Q никакого особого нет. Видите, внизу, когда мы выбираем, тут такая пулька появляется, да, активная, видите, где жизни, да? Вот выбираем эту, тут щит появляется, а там ничего не появляется, хотя мы испытания выполнили. Ну как-то странно, не находите? Какой-то баг, непонятно, мне это не нравится. Ну, в принципе, оно нам ни к чему, мы и так справляемся, но все же. Так, патрончики. Нормально. Эпичненько брутально, сразу они выходят, чтобы мне это драм. Мы через земли. Там вроде как тут... Ну давайте все равно сходим с справедливости ради. Все равно все осмотреть. Может, какое-нибудь письмецо там будет, я не знаю. Разработчики ж любят это дело. Ложить какие-то секретики в те места, куда в здравом уме не попрете. Ну, в принципе, очевидно. Тут спуск. Это вот эту машинку надо сломать будет. А мы и так ее ломаем. Прикольно. Сломали? Ну, что-то там сломали. А, это, наверное, все их надо расхреначить. Ну окей, сейчас спустимся, разберемся. Не попали? Окей. Все равно этого не спасет. Да, это, знаете, вот как-то даже заряжает позитивом. Вот смотришь сейчас, ну, хоть не такой уставший, это радует. А еще вот смотришь, заходишь в таком состоянии на все это вообще просто заряжает позитивом. Так, опять мы идем куда не стоит идти. Отвалить. Куда там гады лезут? Наместник вампиров. Склянку. Да, скляночка порой жизни валяется, это тоже радует. Ну, это просто, знаете, это меня заряжает... Секретик, окей. Круто. Это меня просто реально заряжает позитивом, потому что такой полет на драконе, на самом деле, это довольно эпично. Вы все это видите, я еще этим управляю сам. Ну, знаете, да, это мне нравится.
Это эпично, мои дорогие друзья. Вот я говорю, что целую механику, все-таки, сами поймите, они сделали управление драконом как особую игровую механику, да? Это требует определенных усилий. Вот не просто как однообразно бегаешь, вроде сделали там систему пробежки, ну, систему бега, там, систему персонажа, оружия и прочего, да? Вроде бы казалось, ну все, куда там заморачиваться, да? Но нет, мои дорогие друзья, они еще под конец игры вот такое вот вставляют. Я так полагаю, следующая глава, наверное, будет последний, 10-й, и все это закончится. Ну, это слишком очевидно. Я так полагаю, уже мы можем идти обратно, но я все-таки тут полазю, посмотрю, что есть. Мало ли что они сюда закинут. Письмо, писем не было еще. Артефактов не было, кстати говоря. Хотя я не знаю, насколько они уже нужны под конец игры, но все же. Лишним ничего не бывает. Так, вроде бы патроны, ну, мелочь, нам они не нужны. Чего интересного, центр еще не осматриваю. Опа. Так, тут вроде ничего. Ну, в какой-то степени это даже хорошо, значит, что мы ничего не пропустим. Но мы бы это и так ничего не пропустили, если мы это и так место осматриваем. В принципе, очевидно, но мало ли что, мои дорогие друзья, мало ли что. Это от нее отвалилось. Прикольно. Так, ну все, кругаля мы дали, давайте по центру посмотрим, что тут у нас. Склянка нам не нужна. Не, ничего тут нет. Ничего здесь нет, мои дорогие друзья. Такого интересненького, заслуживающего вашего внимания. А точнее нашего с вами. Ладно, пойдемте обратно к дракончику, а то он у нас уже заждался, я так полагаю. Да, дракон довольно неплохой, мне нравится. Как персонаж довольно импонирует, такой харизматичный. Так, это все наше. Ну, смотрите, что мы ломали. Да, конечно, такие тут пространства большие, но гляньте во всю эту эпичность, да? Даже вот порой так пробегаешь, не задумаешься над тем, как тут все это прорабатывали. Просто масштабы очень большие, с одной стороны так вот бегать замахаешься туда-сюда, это надолго, а с другой стороны как-то это даже вот можно насладиться всем величием всего этого, эпичностью. Осмотреть все эти все преимущества этого места, понять их и прочувствовать. Так, нам куда хоть? Сюда. Нас уже встречают. Вампирского издевательства. Да, ну, блин, я вижу. Опять же в конце. Да, уже не в конце. Еще патронов. Ну что, 500 патронов так расстреляли быстро? Или это мы что-то... Еще? Подождите. Нет, патроны мы не расстреляли. Это вот этой хреновины падает артефакт? Вот просто за то, что мы его убили? Серьезно? Не, ну я не против, мои дорогие друзья, девочки и мальчики, но, по-моему, это слишком уж очевидно было. Ну, еще раз говорю, я не против. В конце концов, я помню, по-моему, во второй главе укрепления за убийство такой же твари нам давали артефакт. Ну, сейчас тут конец игры за такое дают, ну, как-то это уже не серьезно, противник. Ну, и опять же говорю, я не против. Не против. Кстати говоря, жизнь-то у них сохраняется. Ой, просто не заморачиваемся, просто летим. Жизнь не бесконечная. Что там у нас? Нам сюда нельзя, я так полагаю. Ха. Блин, оно еще и здоровье отнимает. Мало того, что мы уперлись как стенку туда. Не, ну проверить-то надо было. Тем более, у нас же такой же вот щиток, собственно говоря. Помните предыдущее видео из разряда особых испытаний, где мы с тремя чудиками сражались, да? Так вот, подождите, а откуда нас сейчас загружает? Ладно, неважно. Вот чит, вот выглядит точно так же на самом деле. Ё-пала, отсюда прям. Ну ладно, пробежимся. Вниз мы не побежим, потому что знаем, что там ничего нет. Мы же все смотрели с вами. Ну, на самом деле, летать-то на дракончике не так уж и просто, мои дорогие друзья. Ну, опять же, у нас сложность максимальная, это тоже... Так, не сюда надо, куда? Заплутать можно запросто. Так что, в принципе, это учитывайте. В принципе, я вам еще говорил в первых частях, когда
у нас это все вызывало какое-то затруднение некоторое, ну как даже не затруднение, некоторые такие сложности, сиюминутные, да? Я вам говорил, если вы надумаете играть в эту игру на обычном или уж тем более легком уровне сложности, то у вас такой наркомании не будет. У вас все проще. Но это мы, любители хардкора, так сказать, возвращаемся, упражняемся во всем этом. Вам уже это, я думаю, делать не обязательно, хотя смотрите сами. Ради артефакта. Так что знаете, когда вы его убиваете, с него падает артефакт. Ну да. Вместо вот этих вот хреновин. Так, все, забрали. 27 уровень ярости уже. Угу. Так, я так полагаю, нам сейчас надо тупо просто лететь. Я напала. Просто на шифте. Ой, не так кнопка, ёлка. Выжигатель. Эй, стрелок, как обойти выжигатель? Не от него из них нет. Может быть, нам туда еще возвращаться придется, я не знаю. Надеюсь, мы ничего не пропустили, а то мало ли там секрет какой-то. А, ну вот, отключить энергетическое поле. А каким хреном я его отключать должен? Ты сгоришь тоже. Оставался бы с мамочкой. Ну, упало. Чё-то я... Так, стоп, на... Упало. А, вижу. Ты сгоришь тоже. Не хотят гореть. Там же наверху был какой-то, там, кстати, чекпоинт был, в любом случае могут слетать. Со здоровьем, нет, беда, конечно. Мне не нравится. А, красники — это жизнь. А, нет, сюда мы не можем попасть. Понял, может быть, потом нас заставят. А может, знаете, разработчик... Ёлы, товарищи. Красный, значит, подбирать надо, это жизни, будем знать. Я думал, это просто свечение. Прикольно. Так, оно нам нужно. Дракону проблемы с этим. Даже, наверное, нет. Давайте вот так сделаем. Зря я все это нажимаю. Сейчас просниму запись, включу заново. Так, я здесь загружается. Нажал предскрин, вы видели, да? F10, F1 с кнопочки пробегал. Искал кнопку быстро загрузки. Ну, знаете, обычно F5 там сохранится, F6 загрузится, например. Сейчас делают F5, F9, например, чтобы случайно не нажать, не попутать, да? А я, по-моему, уже это даже, да не по-моему, а уже говорил даже, это 100%. Можете посмотреть на видео по Виктории, на каком точно я не скажу вам, но это 100% есть такое видео, я это помню, что там тоже нажал случайно, что когда нажимаю, у меня программка записи вылетает. И сама игра тоже вот вылетела, крэшнулась. Ну ладно, продолжаем мы здесь. Конечно, положение у нас сейчас не завидное, увидите, сколько у нас здоровья. Смерть. Просто наглую хреначимся. А, все, здоровье мы установили. Однако. Вот так! Получите! Почувствуйте огонь моей ярости! Ну да, эпичненько так. Нас же не заставят обратно лететь к той штучке. Надеюсь, мы еще не пропустили, а то может быть и такое быть. Ну, знаете, я могу предположить, что разработчики либо нам туда придется возвращаться, что не исключено, но я это не утверждаю. Можете пытаться остановить меня, только эта попытка слабовата. А может, это сделано специально для эпичности, типа что много вариантов, да, пролететь? Отключите. А, черт, я... Стоп. А, вон туда... Это один вариант, мои дорогие друзья. Второй вариант, что разработчики хотели там сделать какие-то ходы, пути, но потом вырезали, передумали. Не знаю. Так, присаживаться. Дракоша, давай. Мог бы и помочь пострелять там по ним, не? Тэп! А чё он стоит на месте? Он наркоман упоротый. Иди сюда, знаешь, я куда тебе засуну? Это капец какой-то. По дракоше лупит, да? Дракоша эпично, мне нравится дракоша. Это что, типа секрет? Ну, при всем уважении, ну ладно. Это они когда по дракоше что ли лупят? Вот же ж...
А, нет, это он по нам так криво лупит. Ну да, с вот этой штучки. Прикольно выглядит. По-моему, когда мы так с нее стреляем, такого свечения нет. Ну да, видите, тут уже желтый огонь, да? А когда они стреляют, там огонь синий, такое пламя, да? Ну, я думаю, вот заметили, девочки и мальчики. Так, оружие мое верните. Тут крайне неудобный выбор оружия. Может быть, я, конечно, от настройках нахимичил, но... Мне почему-то сейчас вспоминается испытание, где надо было пройти. Прикольное. Подставка из черепка. Прикольно выглядит. А из ластика кровь. Ну да, эпичный пират. Ладно, не будем заморачиваться. Я почему сразу, мои дорогие друзья, девочки, мальчики, когда мы идем по такому узкому тоннелю, вспомнилось особое испытание. Не, да как вот эти хрени работают, они же где-то сюда-сюда смотрят. Там не будем ломать голову. Все, тупик. Ну ладно, не суть. Где нам надо было разобраться с 50-ю... Ну вы это видите, да? Ну ладно, не будем разъезжать на разработчиков, но просто конец игры, может быть, они не особо и старались, но это, конечно, плохо. Вот конец тяп-ляп не надо делать, но... Бывает, бывает. Мы это заметили, мои дорогие друзья. А, это что ты, ёлопал? Я думаю, это дракон. Думаю, что за хрень. Что-то как-то странно выглядит это. Ну что, продолжаем путешествие? Куда? Сюда теперь, да? Ну да, типа, вот мы идем по такому узкому переулочку, а нам, типа, надо пройти, не получив урона. Почему-то такая ассоциация была. Опять на той кнопку бью, да? Ну да. Ёлопал, что это за механизм? Так, это надо сломать. Что ж, машину выполнил. Вернитесь. Назад, что ли? Не пойду назад. Нет, вы серьезно заставить нас идти? Вот же гада. К какому именно энергетическому щиту? Ну ладно, разберемся. Эти твари, конечно, разбегают. Ладно, летим просто тупо на стрелочку, не заморачиваемся. И куда нам? Хрен поймешь. Сюда. Вроде здесь, да, было закрыто. Ну да, вот он, вот сюда. Вот это тебе хреново надо поломать, нам это полагаю. Что ж, генератор не цвет. Наверное, с этих надо начинать. Минус один, так. Так, сколько? Два. Жги тут все! Нас сейчас не сожгли бы. Так, куда, что теперь? Что-то хрен поймешь, что и как. Ёлопал, тут еще и вода. Так. А, вот. Сюда? Давай, 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 дракоша, давай. Да, мои дорогие друзья, это довольно эпично на самом деле. Мне это нравится. Одно удовольствие проходить эту главу. Главу, 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 главу. Так. Ага. Еще что-то ломать. Что ж, генератор. Это, типа мы хреначим демонов, чтобы они ничего не делали с помощью них или что? Пошли нахрен. Короче, не заморачиваемся, просто облетаем. Все генераторы хреначим. И сваливаем. Там что, не успели, почему к огню или как? Так, вроде кругаля дали. Последний.
Да, наверное. Теперь наверх, наверное. О, пала. Ты проклят! Как эти мерзкие создания осмелились преградить мне путь? Жизни нужно срочно, точно с каналом. Ну блин, мы оседлали дракона, это круто, согласись. Во всех смыслах. Так. Все, здоровье восстановили. Очередные эти ломать надо. Или тут надо, наверное, просто аккуратно лететь, чтобы не расхреначиться. Ну да. Вроде нормально пролетели. Угу. Ну, останавливаться каждого жечь мы не будем, это маньячество. Тем более себя скорее убьем, чем их. Я вот не заметил, когда мы стреляем по обычным врагам, вот этим вот вампирам, так называемым, которые стоят на мосту, да, там, ну или на крышах, они получают урон, что-то я не заметил, когда именно из огня. Когда вот так вот делаем, по-моему, они получают. Это не факт. Тут звуки нехорошие. А, типа тут нельзя пролететь. Жизнь. Отлично. Теперь моя очередь. Считаю, что твои грехи прощены. На самом деле это довольно эпично, мои дорогие друзья. Но вы все сами видите. Тем более 60 FPS, это круто. Че, устали? Летели дальше. Куда мы хоть летим? Что мы делаем вообще? У нас есть хоть какой-то Может их не надо ломать? Ладно, раз не дают задание на слово, значит ломать не будем. Жизнь надо восстанавливать. Отлично. Вот это ломается. Что ж ты машину выполнила? Оставшийся генератор теперь обратно нас заставить лететь, да? Ну давайте слетаем. Чё? Типа вот эта машина защищала вот эти вот генераторы от повреждений или как? Ну да. Минус один. Минус два. Отлично. Да блин, жизни. Куда теперь? Мое оружие не устает. Сломано. О! Жизни-то мало. Все, миссия выполнена. Фух, мои дорогие друзья, мы справились. Здорово. Все взяли хоть. Ничего не пропустили. Писем нет. Секрета 2, артефактов вампирских 1. Ну, то есть, мои дорогие друзья, собственно говоря, мы собрали все. Прекрасно. В комнате испытаний доступно новое испытание. Суровый дядя Сэм. Завершите испытание, чтобы получить новый режим темной руки. Ну, я так полагаю, последнее испытание. Вы видели последнее особое испытание. Наверное, самое сложное. Мы это будем делать в следующей части. Ну что? Сейчас тут будет видео-вставка. Где, по идее, все как-то должно объясняться. Типа, что мы делаем тут, что-то это... Но те, кто делали Steam-версию, импортом занимались сюда ее, портированием, точнее, вводом, я не знаю, да? Они очень, наверное, хорошие, адекватные люди, за что им от нас всех спасибо большое человеческое, да? За то, что они посчитали нужным не вставлять сюда озвучку, хотя бы даже если была по-английски или субтитры, это было прекрасно, я считаю, но не сделали. Короткая вставочка, вкратце показали, как мы летели, но не суть. Ну, знаете ли, в принципе, задание не такое уж и сложное. Просто 500 врагов убить. Награда режим темной руки. Это, наверное, для любой миссии будет у нас доступна темная рука, вот эта вот. Статус не пройден. Ну ладно, давайте с этим разбираться будем в следующей части. Давайте подводить итоги, мои дорогие друзья. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий. Мы сегодня с вами продолжали играть в Necrovision. Поиграли довольно неплохо. Мы прошли сегодня с вами 9 главу, полетали на драконе, собрали все, что только можно было собрать на этом уровне. И открыли последнее испытание в комнате испытаний, да? Так что следующее видео, это у нас будет уже в плейлисте Necrovision особые испытания, да? Будем проходить последнее испытание, самое сложное, я так полагаю, суровый дядя Сэм. Ну, 500 врагов
понимаете, вроде как бы это, ну цифра-то, согласитесь, не маленькая, а половину от 1500. Вдумайтесь в эту цифру. Вот только сейчас начинаешь создавать масштаб. Вот когда мы 200 резали, помните, бегали, это было жестко. А сейчас будет 500. Ну ладно, мои дорогие друзья, это у нас будет следующая часть, поэтому следующее видео переходите, смотрите уже в плейлисте. Не краешь на особые испытания. Там оно выйдет. Вот такие вот у меня сегодня для вас итоги, мои дорогие друзья. Ну что, на связи был МК Бацкий. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Не скучайте, берегите себе всего самого наилучшего, да? На связи был МК Бацкий. Всем спасибо за внимание. Всем пока.